делает передачу, Перешич, прострел! И чудесным образом нет, мяч все-таки попадает в ворота Леона. 0-2, Гнабри. Как же обидно сейчас Лопешу. И болельщикам Леона казалось, что спаслись. И вот это уже контрпрессинг Баварии. Мы видим уже концовку. Гнабри, нет положения вне игры, Перешич, нет положения. Передачу на Мюллера, Мюллер, касание, Левандовский, Мюллер, и гол! Удар по этим мифам, штампам. Внимание, здесь Месси, Месси, Месси! Мессианство в разгаре! Апы... 1-1! Атлетико сравнивает счет и торжествует Жоао Феликс, который такой вот резкий ответ дал в интервью, а это Суарес, ой, как здорово! Один отыграли, это еще не все, это Барселона не накрылась одеялом и не отправила всех спать. Еще в этом матче что-то может... Запата, пошарить, удар и гол! 1-0, Аталанта! Аталанта забивает мяч, ворота ПСЖ! Марио Пашали! Белки прыгает на ленточке, один гол все-таки забивает. Наполи уже в первом тайме, это делает Лоренцо Инсинья. Мертенс забивает гол, зарабатывает пенальти, а Инсинья этот пенальти реализует. 8 ударов нанесли футболисты Ман-Сити, а здесь, кстати, нет положения вне игры. У Мусы Дембеле, Дембеле забивает! Он не был в положении вне игры, в отличие от его напарника. Муса Дембеле забивает! Нет, безусловно, проверим. Проверим еще, конечно. Конечно, проверим. Это голы. Высоко. И удар головой. 3-0. Все-таки Бавария не останавливается. На 88-й минуте счет становится крупнее. И Роберт Левандовский забивает свой гол. Он как из Барселоны долго ждал этого момента. А работая на команды был... Тут можно было покричать. 8-2! Прекрасно видеть на команду Фрэнка Лэмпарда. И сейчас еще момент. 4-1. Боже ты мой, Бавария в полуфинале. Я хотел бы рассказать, конечно, может быть какой-то сумасшедший камбэк. Фондовой дуэли. Итак, Мемфис Депай очень уверенно ударом Паненко забивает ворота Ювентуса на его поле. И счет в этой серии становится 2-0. Здорово! Вот удар! И гол! Кевин Де Брюйне сравнивает счет. Ну, абсолютно было четкое ощущение, что это с минуты на минуту произойдет. 69-е. Де Брюйне. Ар снова с мячом. Мбаппе! Победный гол! Париж забивает! Перевел мяч в пустые ворота, а всю комбинацию сделал.
всяческие надежды Наполи, как мне кажется. Хотя, конечно, мы еще поболеем за какую-то интригу. Ладошкой хлопнул по газону Штадио Далуш. Альфонсо Дэвис обыграл Семеду, легко вошел в штрафную. Дэвис, и момент, и 5-2. Альфонсо Дэвис сейчас просто в дураках оставил всю оборону Барселоны. Забил. Штрафную площадь. Неймар, момент, и гол! Забивает. Забивает Париж на 90-й минуте. Вот это разочарование для Аталанты. Вот это... Варан! Что ты делаешь, Варан? Ну что ты делаешь, Рафаэль Варан? Я думаю, что Манчестер Сити должен просто прислать все премиальные за выход в четвертьфинал Рафаэлю Варану. Габи Жезус. На передаче на Анхелини, два человека в штрафной, один перед ней. Удар Тайлера. Становится фактически крайним защитником. Отличная возможность для Леона. И мяч в сетке ворот.